Chairman of the Russian Asian Business Council has highlighted the role of the China International Fair for Trade and Services in transforming the Chinese market into a world opportunity. This year's edition of the CIFTIS, one of the world's largest and most comprehensive fairs for trade and services, is scheduled to take place in Beijing from September the 2nd to the 6th. За последние 5 лет китайская выставка по торговле услугами, она демонстрировала поступательный постоянный рост. За последний год мы видим то достижение, которое как раз ярко характеризует важность этой выставки, поскольку она позволяет объединять страны пояса и пути и развивать интенсивное международное сотрудничество в сфере торговли услугами в самых передовых отраслях экономики. Кроме того, здесь Китай регулярно организует такие выставки, он показывает всему миру приверженность принципам открытости, в то время как Соединенные Штаты пытаются развивать протекционизм, Китай, наоборот, проявляет открытость и готовность к сотрудничеству в сфере торговли услугами. Он приглашает предприятия на свой рынок, и это тоже открывает хороший потенциал для углубления международной кооперации. Кроме того, отдельно стоит отметить, что эта выставка, она опять же открывает хорошие возможности, чтобы предприятия из разных стран могли общаться, налаживать контакты, знакомиться и устанавливать новые деловые контакты и заключать соглашения уже в будущем.